Слезы, да, вот есть же духовный корень. Это тоже чувство, выражение чувств. Слезы – это избыток чувств. Ага. Порождает слезы. И это из кабалы. Вот мы замечали, когда вы говорите о своем учителе, у вас появляются слезы. Ну, это да. Это постоянно. Избыток чувств. Ну, да. То есть это положительных чувств, да? Ну, это чувство. А отрицательные? Тоже вызывает слезы? От отрицательных нет. Только от положительных. От отрицательных я не плачу, нет. У меня только именно действительно в связи с учителем. Да.